Привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и мы, как ни странно, продолжаем играть опять в Майнкрафт с модом Pixel Mod. Я уже не помню даже, что было в прошлом серии, в прошлом эпизоде, в прошлой серии, но суть в том, что я уже выполнил свою цель, и у меня сейчас даже не 30 покемонов, а если я не ошибаюсь, 31 или даже 32 покемона, не считая легендарного покемона, и один легендарный покемон. Да, вот так, полный набор покемонов. И вот что я хотел сейчас сказать. Я не знаю, ну вот, мне там писали, что так, опять, сейчас, секундочку. Мне писали, что эволюционировать Джиглипуфа можно только с помощью Мунстона, лунного камня. Так же, как и сейчас не помню, как называется вот тот покемон, вроде вроде Nidoran Female, или как он там называется. Ну, короче, я еще его даже не найду, я вижу его, или еще что-то. Серьезно, я как-то сейчас его даже не могу найти, или я его удалил или выкинул. Вот он, Nidorin. И вот в чем суть. Найти мунный камень вообще нереально, так как, в принципе, он не крафтится, так как, например, водные камни или камни листвы, или еще какие камни. Например, находить там частицы камня и потом их как бы соединять и скрафчивать полный камень. И суть в том, что мунный камень нереально как бы скрафтить, просто нету таких вещей. Мунный камень можно... Лунный камень можно или выбить с покемона босса, ну там, наверное, еще шанс где-то, не знаю, сколько раз, 15 раз меньше, чем выбить вот тот же мастербол, я так думаю. Или же найти в сундуках, ну, в смысле, в покеболах, которые, можно найти на земле, и с них как бы, с них могут выпасть там различные вещи. Поэтому я, наверное, вот сейчас использую гейм мод, в смысле креативный режим, чтобы взять два лунных камня. Извините, друзья, но просто действительно, вообще лунный камень нельзя, вот Мунстон, две штуки. Его просто-напросто нереально найти, как бы даже в смысле не найти, его нереально скрафтить, как бы он не существует как бы в этом моде. Я не знаю, почему разработчики как бы его не добавили, но его нельзя как бы собрать частицы вот этого камня, как, например, остальные виды камней, а только и в смысле и скрафтить его в полный лунный камень. Так же, как, например, я уже где-то эволюционировал там двух или трех покемонов, водных покемонов, как бы пошел там, нарыл там в речках, в морях там, надыбал там много себе частичек водного камня, и потом как бы их соединил там 9 штук и скрафтил себе водный камень, и потом прокачал покемонов. Ну, лунный камень просто такого даже не существует, как бы, чтобы его как-то скрафтить, да. Ну, сейчас тогда забираем вот этого, и можно считать, ну, просто, да, я словил вот этих покемонов, но они будут у нас лежать, как бы, в компьютере и даже не будут прокачаны, так как просто их нереально прокачать, так как вот этих камней не существует, как бы, нельзя их скрафтить. Ну, вот. Одного прокачали, Nidoqueen, да, это девка. Ну, пофиг, зато и так красивый какой-то такой покемон, даже очень. И сейчас оно Джиглипуфа. Да, Виглипуф. Тоже прикольный такой покемон. Мне почему-то предыдущая его эволюция больше нравилась. Какой-то такая няшка какая-то была маленькая. Ладно, еще раз, друзья, извините, что я использовал вот креативный режим и взял себе два лунных камня, так как, ну, просто нельзя их скрафтить, я уже объяснял вам. Ну, в смысле, сейчас только говорил. Их только можно выбить с покемона босса или найти в спрятанных покеболах, которые вообще есть по всему миру. Вот, и, наверное, там не знаю, какой шанс, чтобы их выбить. Так, тогда это ставим сюда.
Тут 6, 12, 18, 24, 30. Или я что-то не так посчитал. 30, 31, 32, 33 покемона и один легендарный покемон. Хам. В принципе, логично. Я даже... Ну, сейчас можно пойти так на охоту, что-то там поискать. 20 алмазов, даже не знаю, куда их можно деть. Ладно, пойдем, короче. Честное слово, я даже не знаю, каких мне покемонов уже можно ловить. Я просто-напросто уже, наверное, буду ловить просто всех-всех-всех покемонов, которые будут мне на пути попадаться. В принципе, я уже могу просто-напросто сейчас закончить вот этот сезон, так как цель была, и я цель выполнил. И можно сказать, все. Цель сезона закончена, выполнена. Цель достигнута, да. Вот. Цель всего сезона достигнута, и поэтому можно заканчивать. Но я не знаю, честно не знаю, что сейчас буду делать. Может, просто так я продлю еще немножко сезон там на пару серий, только ради того, чтобы... Ну, чтобы еще словить там пару покемонов, чтобы еще побегать там, поразвлекаться, половить там еще каких-то покемонов, не знаю. Ну, посмотрим. Так, я уже не знаю даже кого ловить, ну, в принципе, Волторба у меня нету, поэтому можно его словить. Я, если честно, ну вот, у меня там было на выбор 30 любых покемонов, которых я могу словить, и Волторба, как странно, я не словил, потому что он мне просто-напросто не нравится, этот покемон. А сейчас уже как бы у меня цель выполнена, достигнута, и у меня как бы уже есть все покемоны, которых я хотел. Ну, в смысле, не, ну да, и тех, которых я хотел, и тех, как бы, и полностью все покемоны, как бы, полная коллекция, там, полный набор, там, 30 покемонов, как бы, цель, наша цель. Цель этого сезона, да. Поэтому я сейчас буду просто-напросто ловить всех покемонов. Ну, вот, допустим, если вот сейчас словлю Иви, в принципе, я его могу эволюционировать в покемона льда или покемона эмбрион. Он вроде вот так называется. Точно так же, как эволюционировать покемона, как прокачивать Иви в физического покемона, набирать тех 220 очков. Помните, как я набирал? Просто, чтобы Иви за мной бегал. И 220 очков у него должно как бы стать только днем. Ну, в смысле, если у него 219 очков, и 220 очко у него прибавилось днем, то он эволюционировать физического покемона. А сейчас я хочу, если я его словлю, то я сделаю так. 220, ну, последнее очко прокачаем ему ночью, и он превратится в покемона тьмы. Ну, не знаю. О, словил. Отлично. Так, Иви, иди сюда. Сколько у тебя... А, вот. Не. Так, Иви. Статс. Ноль. Отлично. То бишь, мне еще не знаю, сколько там возиться нужно. Ну, в принципе, я это сделаю без съемки, как я делал с тем Иви. Я ему где-то 200 с чем-то очков просто вот так прокачал там. Зашел в игру, просто так вызвал там покемона и пошел куда-то. Потом пришел, у него там уже столько очков, да. Так, что их... Двойной опыт я заберу с Мью и поставлю вот сюда. Так, иди сюда. Во, попал, отлично.
еще нам нужно словить. Нет, я просто сейчас буду их ловить до тех пор, пока я пойму, что уже хватит их ловить, что просто уже напросто других покемонов не осталось, которых можно словить, и что уже можно заканчивать сезон, да. Просто сейчас буду ловить. Ну, в принципе, Волторб у нас, если так посчитать, прокачать его, он у нас будет 34-й покемон, Голден 35-й покемон и Иви 36-й покемон. Да. Фу. Ну, Гастли у нас есть. Сейчас... А Абра у нас тоже есть. У нас все уже покемоны есть. Почти. Ну, не все. Вульпикс. Вульпикса нету. Но проблема в том, что, чтобы его прокачать, нужен камень огня. Ну, это вообще такая запара его искать, честное слово. Это нужно на самой... как это сказать? На самой нижней глубине, там где-то на 8-10 вниз, как бы, искать вот эти камни огня. Ну, их, в принципе, очень сложно найти. Я не знаю, я помню, я их искал и только... Играл где-то, может, час, и только нашел 1-2 камня под лавой, как бы. Не под лавой, как бы, на, как бы лава, ну, в смысле, какой-то там, например, калюжа лавы, например, можно и так сказать. И как бы на потолке, ну, я даже нашел в первых эпизодах вот это, если я не ошибаюсь. И там было 1-2 вот этих огненных камня. Ну, в принципе, я её Вульпикс, она, ну, в принципе, пофиг, его покемона, я его словлю. И если вы мне разрешите использовать еще раз креативный режим, ну, в смысле, не еще раз, я тот раз не использовал, ну, в смысле, на начале этого эпизода я не использовал креативный режим, ну, использовал, чё ты убежал? Ух, там мотоцикл ездит, если слышно, то извините. Да, опять. Так, я использовал только ради той цели, чтобы взять лунный камень, так как я уже вам объяснял, его просто-напросто нереально найти. В смысле, не найти, ну, в смысле, его нельзя скрафтить никакими способами. А вот огненной камень, да, его можно скрафтить, но ну, это просто-напросто на это уйдет не знаю сколько времени, только для того, чтобы найти вот этот камень. Я даже не буду это делать в съемке, если бы я искал этот камень, так как на это уйдет ну просто-напросто огромное количество времени. Если я буду это делать вне съемки, то я не знаю, сколько мне времени просто-напросто будет нужно, чтобы искать вот эти все камни. Пару часов точно, если не больше. Так что если вы мне разрешите просто-напросто использовать иногда креативный режим только для того, чтобы там, ну, иногда там добавить себе там пару покеболов или добавить себе там пару каких-то камней, так как я думаю, вы уже понимаете, что это, можно сказать, конец сезона, но я его продлил только, ну, в смысле, я его продлил, но я немножко упрощу себе как бы задание, я не буду теперь все добывать сам, я иногда, ну, если вы мне разрешите, буду использовать креативный режим только, ну, для того, чтобы там взять себе пару вещей, чтобы прокачать покемонов и чтобы как бы пополнить их число, чтобы у нас их было просто-напросто больше, да. В принципе, милтанка у нас есть. Какой нафиг есть? Милтанка у нас нету. Ну, я не знаю, ловить его, не ловить. Ну, в смысле, я его словлю, но я даже не знаю, есть ли у него вообще какая-то эволюция. Это как бы самый обычный покемон, который только существует в игре. Не знаю, вообще, можно, ну, прокачается он в кого-то или нет. Не знаю, честно. Хрен мы его даже словим, я так думаю. А, ну, словили, отлично. Так.
такого покемона у нас еще не... А, во-во, кстати, вот та эволюция, вот это последняя эволюция вот того покемона, что я только что словил. Не знаю, какой там уровень его. Сейчас посмотрю. 47-й, отлично. Значит, его долго нужно будет качать. И он такой сильный. Ну, наш Мью, конечно же, сильнее. Ух, эти машины тут ездят под окном. Это уже бесит так, что... Так, 22-й уровень. Отлично. Вот кого я еще... А, так, Мью, я тебя забыл отозвать. А вот кого я еще хотел словить. В принципе, я еще знаю двух отличных покемонов, которых можно словить, которые находятся в море. Это Тентакул или Тентакруэль. Вот, кстати, он, сейчас посмотрим. Тентакул. И еще, сейчас, если я вспомню, как он называется... Честно, не помню уже, как он называется, но, в принципе, еще есть один покемон прикольный. А, твою ж мать, да чё ты его убил? А, ну, в принципе, да, 22 уровень. Не помню, честно, как он называется. Забыл уже. Ну, в принципе, он, да, существует, и его, как бы, можно еще найти. И тоже его прокачать. Я помню, я его находил там в одном эпизоде, но я его не словил. Не знаю, почему. Просто-напросто, не знаю, не захотел. Так, ну сейчас попадем, не попадем. Ну, о, попали, отлично. Пытаемся словить. О, вот, кстати, там последняя его эволюция, Тентакруэль. Ну, в смысле, следующая, у него вроде только две эволюции. Ну, бей уже его чем-то. Ага, сейчас на этого покемона все покеболы использую. Ух, твою ж мать. Отлично. Да что-то камера дергается. Ну, словись уже ты. Да я Иви с одного покебола словил, а какого-то там моллюска не смогу словить. Медузу. И кто это? Ну, ловись. Во! Отлично. Отлично. Фу, ну, в принципе, я еще даже знаю... Вот этот покемон, вот этот покемон, да. Вот он. Забыл, как он называется. Я не буду идти по воде, так как... В смысле, я не стану его ловить. Главное, чтобы он сейчас не пропал. Я в него попаду. Нет, этот слишком далеко. Я не стану его ловить вот так, как бы плыть по воде, потом кидать у него покебол, так как я уже объяснял, пока идет бой... Ты своим, как бы, персонажем не можешь управлять, пока там покемоны сражаются. Просто-напросто ты будешь тонуть. Пока не закончится бой, чтобы выплыть. Ну ты где пропал? Ну твою ж фуражку. Чё, всё, я повернулся в одну сторону и всё, он уже пропал. Вот хренотень конченая, да... Кто же эту хрень-то придумал? А, вот он. Ну, это, в принципе, я так думаю, второй. Потому что он был тут, а сейчас тут. На, я так... А, еще один. Я сейчас обернусь, они все пропадут. А, вот тот пропал. Там еще один был, ну... А, не, вот там он. Ух, ну я не знаю, как его словлю. Но, в принципе, я сейчас думаю, я использую опять креативный режим. Только для того, чтобы не утонуть. Во, отлично, попал. Сидра, вот как он называется. Ну, словись. Вот так я бы, например, пошел к дну без креативного режима. И пока длился бой, я бы там хлюпался и тонул бы. И ничего бы не смог сделать.
Поэтому нужно делать вот так. Ну, словисты, 7 покеболов. Это плохо. Сейчас еще даже если не словим его. Да ну не издевайся ты. Я не знаю, чем его ударить, чтобы не убить. Чтобы не убить и убил. Ладно, я думаю, если повезет, потом еще найдем. Да куча вас тут было, а сейчас-то где? А, вот, там еще куча. В принципе, я еще знаю одного покемона отличного, называется... Ну, вот тот покемон. Лапрас, да. Тоже прикольный. Фу. Ну не убей хотя бы ты. Во, нормально. Ну. Ну. Я думаю... О, отлично, отлично, отлично. Я думаю, вообще за этот эпизод мы словили где-то 5 или 6 покемонов. Если бы не за... Как бы... Цель не была выполнена уже целого сезона, то я бы даже этих покемонов вообще не ловил, потому что... Ну, они как-то мне, в смысле, ну, не подходят, ну, они мне не нравятся, не буду их как бы... Они мне не нравятся, я не буду ради них там использовать покеболы, ловить их только просто для того, чтобы словить этого покемона и чтобы он просто у меня там валялся. В принципе, у меня все, которые есть, там 33 покемона, которые у меня есть, я их только ловил, потому что они мне нравятся, и потому что, как бы, они прикольные покемоны. А сейчас, когда уже цель выполнена, я уже вот, как я вам говорил, я уже просто-напросто сейчас ловлю покемонов только для коллекции, только для числа, и только для того, чтобы пополнить наш набор покемонов, да. Иди сюда, крокодил. Это я на него... А, да, отлично. Поэтому 33 покемона я словил те, которые мне действительно более-менее нравятся. Там из них есть покемоны, которые я вообще, как бы, мне очень-очень-очень нравятся. Есть покемоны, которые более-менее так нравятся. Есть, ну, прикольные покемоны. А вот эти покемоны, что я сейчас ловлю, это уже просто для коллекции, для числа. Можно уже и так сказать. Потому что цель сезона достигнута, выполнена, и сейчас я просто их ловлю, чтобы они у меня были. Да. Ну давай, словись уже, крокодилушка. Отлично. В принципе, мы за один, за... я забыл выключить. Мы за... За один эпизод словили вообще охрененное число покемонов. Я думаю, на этом уже можно заканчивать. Ну, в принципе, вот еще этого можно покемона словить, еще этого покемона словить, еще много покемонов можно словить, но которые просто покемоны. Я как бы их не очень так сильно, они прикольные для меня. Ну, будем сейчас ловить только для числа. Еще напишите, да, как я говорил, есть ли эволюции в Голдена, есть ли эволюции... В кого я там еще словил? В Сила, есть ли у него эволюции. Если есть, то напишите, какие и как их как бы сделать. С помощью прокачки или с помощью камней, или еще с помощью чего-то. Ну все, дорогие друзья, я думаю, на этом уже можно заканчивать этот эпизод. Мы словили еще много покемонов, и много покемонов нам еще предстоит словить, но только уже просто-напросто... Для числа, вот, еще можно Электабуза, еще можно, ну, где-то еще 10 покемонов, которых у нас нет, мы точно словим, это займет еще где-то 2 серии минимум. И поэтому еще, да, напишите, если вы согласны, чтобы я иногда использовал креативный режим, так как, я думаю, еще расскажу, вы понимаете, что это уже, можно сказать, почти конец сезона, я буду только использовать для того, чтобы облегчить мне немножко прокачку. И просто-напросто пополнить число покемонов. Ну и все. Если вам понравилось то, что я продлил еще сезон, даже если уже цель выполнена,
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.